Секретарь Компартии по промышленности Протазан Александр Константинович постоянно решал главный вопрос работы партийной подбора, расстановки и воспитания кадров, то есть руководил директорским корпусом и управлением всей промышленным комплексом области. И надо напомнить, что все кадры были приезжими, и были сверху еще одна хитрая структура, Свердловский самоотвоз, который вмешивался в эти дела. Порученное дело секретарёвкома партии нужно было знать досконально, расчеты и сбои не допускались и не прощались и на месте, и в Москве. Необходимость хорошего знания дела и образцовой дисциплины определяли стиль руководства Партизана, жестко требовательный, профессионально компетентный, новаторский. Иначе нельзя, так как весь Ленинский комплекс находился в постоянном стремительном развитии, Александр Константинович внес развитие ТЭКа в свое новое прогрессивное. Одновременно он поставил стал успешно решать задачу развития других отраслей Ленинского комплекса. При нем начали работать базы строительной индустрии, таможенно-сухонный комбинат, заводы минобороны, моторный завод, авиационный, железнодорожный, личный транспорт и связь получили новое развитие. Все начинали с нуля. Он всегда мыслил по государственности. Раньше многие осознали необходимость осуществления производства продуктов на населении через создание птицевичных комплексов, горячих сельхозугодий и пищевой комплексов. Государственный расчет для него был превыше всего. Александр Константинович, как и другие лидеры этой когорты, обладал для этого необходимой экономической культурой, знанием научного производства, богатым опытом управленческой деятельности. Он знал все про область. Он знал, куда развивать область. Он был профессионал государственный. Он знал производство не понаслышке. Постоянно был на нем. Знал много рабочих человек. Без этого невозможно руководить производством, так как оно найдется сложным политическим процессом, включало в себя и не менее сложный процесс социальной жизни, жилищное строительство для работников их семей, бесперебойное функционирование больниц и поликлиник, школ и детских садов, столовых, домов отдыха, библиотек и домов культуры. Этими вопросами повседневной жизни людей Александр Константинович занимался ежедневно и как первый совет Компартии, и как председатель местного исполкома. Только одна деталь. До начала рабочего дня он, как правило, ходил в продовольственные магазины и базы. И в случае бесхозяйственности и нерадивости был очень серьезный разговор с его руководителем. Крут был в таких случаях, Александр Константинович, но это было неизбежно. В целом же деятельность Партизана служила наглядным примером для окружающих, для их работы. Товарищи, из всего многообразия работы в Компартии надо выделить два главных направления. Это организационно-кадровая и контрольная работа. Кадры решают все. Я же отмечал работу с директорским корпусом. В Тюмени опытных профессионалов не было. Их приглашали и привозили со всей страны. Это были люди военного поколения, которые сходу включались в бой в дело. Это была колоссальная работа сил партии, которая еще мало изучена и освещена. В центре ее были местные окружкомы, горком, райком партии и первичные организации. Они были сверхни всего движения. Отличительная черта этого времени, кадровой работы, от нынешнего, не мог быть на ответственной и руководящей работе человек без производственной деятельности, а тем более без профессионального образования. Это было просто недопустимо. Сердюковщину тогда просто не могло быть. Но главное было выражение своей тюменской когорты молодых и профессионально зрелых руководителей, которая была призвана и готова взять на себя управление предприятиями, заводами, областью страны. Их базой подготовки стал индустриальный институт, созданный при участии Партизана. И сегодня Тюменская школа кадров продолжает готовить специалистов для наших других регионов, для бесконечной школы. Важное место в системе управления советского времени входило в структуре контроля, в том числе за исполнение принятых решений. Например, постановление Совета министров СССР по 4 декабря 1963 года об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых и гидротехнических месторождений и дальнейшем развитии золоторазвитческой работы на Ленинской области было программное развитие всего региона.